друзі, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – декоративно-прикладне мистецтво Вітоського району, а саме селище Михайло Ларино. І сьогодні у нас в гостях завідувач сектору культури Вітоської райдержадміністрації Сергій Гололубов, директор Вітоського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзоян і завідуюча Михайло-Ларинським сільським клубом Олена Лементар. Друзі, я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що наші сьогоднішні гості завжди к нам приходять сюрпризом. І в чому полягає сюрприз сьогоднішньої передачі, ми зараз почуємо. Друзі, доброго дня, дуже рада вітати вас, адже ви такі яркі люди, яскраві люди. І навколо вас завжди теж відбуваються яскраві події. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Дуже вам слово дякую. Яскравої людині. Хочу зазначити, що за результатами моніторингу діяльності районів Миколаївської області за перший квартал 2017 року Вітовський район за комплексними показниками зайняв перше місце. Хто б? Говорячи про сферу культури Вітовського району, то за першим кварталом ми зайняли друге місце. І хочу сказати, що це надзвичайно добрий для нас показник, і він демонструє те, що нам є в якому плані рости і розвиватися. І сьогоднішню нашу зустріч ми хотіли би розповісти не про концерти, не про фестивалі, не про конкурси, не про різноманітні соціокультурні заходи, які у великій кількості проводяться у Вітовському районі, а про такий пласт роботи під назвою «Декоративно-прикладне мистецтво Вітовського району». На території Вітовщини є майстри своєї справи, які своїми руками створюють декоративно-прикладне мистецтво. Скажімо, в нашому районі славляться такі населені пункти, як селище Грейгове, село Полігон, село Бармашиво. Але сьогодні ми хочемо презентувати вам майстриню, яка нещодавно очолила Михайло-Ларинський сільський клуб і поєднує в собі не лише управлінську діяльність, а і мистецтво декоративно-прикладне. Так, і зліва від вас сидить Олена Лементар, майстриня. Вона в такій красивій сукні, а справа сидить Катерина Мірзаян, вона теж в дуже красивій сукні. І мені здається, що перше ми давайте надамо слово Катерині Мірзаян, як то кажуть, дівушки в красном. Катя. Да, спасибо, Анетта, за предоставленную возможность. Хочу отметить, что, как вы нас назвали, люди праздники, на самом деле каждый человек – это уникальность и праздник в большей или в меньшей степени. И найти этот праздник в обыденных вещах – это тоже талант. И я думаю, это талант. Да, я думаю, что все присутствующие сегодня в этом помещении – это те люди, которые могут и хотят найти праздник в любой вещи. И наша Елена – это тоже человек, который, знаете, берется за все интересное и получает от этого удовольствие и достигает достаточно высоких результатов. И когда мы познакомились с работами Елены, то мы были потрясены той фантазии, которую она вкладывает в свои работы, что мы просто зачарованные стояли перед ее картинами. И, разумеется, теперь мы хотим, чтобы о нашей Лене знали как можно больше количества людей, чтобы она зажгла их своим творчеством, потому что то, что мы делаем руками, оно содержит частичку нашего тепла, частичку нашей души. И когда мы видим эти работы, то мы считываем не только информацию о красоте, о технике, мы еще считываем информацию о человеке, который сделал эти работы. И я думаю, что Лена – это тот человек, с кем интересно говорить и вживую, и через ее работы. Друзья мои, и сейчас Екатерина Мирзаян, вот она сказала, что их зачаровали работы Елены, а сейчас ваша очередь зачаровываться. Мы вот сейчас зачаруем
очень сильно. Знаете почему? Потому что работы Елены, они выполнены из очень интересного материала. Как мы знаем, что вот что такое кости? Кости, ну вот кости тут, вот мы, скелет наш. Еще можно играть в кости. Но оказывается, из костей можно творить совершенно потрясающие вещи. И Елена сейчас нам об этом расскажет. Елена, будьте добры, вы похожи на морскую царевну. И вот как-то и в тон одеты морской царевне. И вот делаете вы свои работы из чего? С рыбных костей. Из рыб... Ну, кто бы сомневался, морская царевна, ну, конечно, рыбные кости, естественно. Рассказывайте, Елена. Представляете, вот рыба, съедаем рыбу, остается грудка костей рыбьих. Что мы делаем? Выбрасываем. Нет. Вот сейчас вы видите, посмотрите, какая красота явлена на ваших экранах, друзья мои. И все это из рыбьих костей. Боже, из рыбьих костей. Как-то звучит прозаически, но то, что мы видим, это потрясающе. Ну, все, что у нас в мире создано, да, все живое, собственно, и неживое, это красота. Только надо уметь ее увидеть. Правильно? Елена, да, Катя, надо, вот вы увидели красоту в рыбьих костях. Я бы никогда бы не увидела красоту в рыбьих костях. А вы увидели. Ну, наверное, это душа и фантазия. Поэтому первая картина моя вот... Вообще я ее назвала «Признание в любви». Я живу с мужем 12 лет и хочу, чтобы он... Вот 12 лет этой картине. Я хочу... То есть это ваша самая первая картина? Да, да. Ага. И вы объясняетесь мужу в любви? Нет, это он должен мне признаться в любви, так, кстати, подарить колечко. Это я так жду. Мужа зовут Андрей, Андрей. Вы можете передать он ему просьбу. Он тоже творческий. Андрюшка, я знаю, что я дождусь этого времени, когда ты мне признаешься. Подаришь колечко, ты знаешь. Колечко с бриллиантиком, конечно, ну, должно конечно, быть, осыпанное ну, изумрудиками, можно там, сапфириками. С голубым камушком, потому что очень люблю голубой камушек. На самом деле, Лена, муж Андрей, это тот человек, который поддерживает Лену во всех начинаниях, касаемо творчества и жизни. И, кстати, первая картина, это с белого амура. Рыбка белый амур. Рыба да. белый амур. Это, насколько да. я знаю, это морская рыба, да? Ну, она не морская, это она... Речная? Речная, да. Это... Ну, водится где? В Белом Амуре? В озере в Херсонской области, Цюрюпинск, воинской части. Ага, выловлена с Андреем. Это история этой картинки. Елена, рыба Белый Амур выловлена в этом озере, подарена своей жене. Ну, так это же и есть признание любви. А когда вы распороли брюхо рыбе, колечко там вы не нашли, да? Обычно в брюхе находят колечки. Ищу уже 12 лет. Ну, я думаю, что вы волшебница, Елена. Я думаю, что обязательно колечко вы получите. Но вот вообще, если честно, как вам пришла идея создавать что-то из рыбьих костей? Или просто вот вам муж выловил рыбу, нет, а вам просто... стало жалко кости выбрасывать? Просто по телевизору я увидела, как женщина Западной Украины делает тоже картины. Только она больше с морской рыбы. И я думаю, почему я не могу сделать? Я решила просто попробовать. Сварить ее, перебрать. Съесть рыбу, хотя, мясо съесть. Хотя я не любитель рыбы вообще. Поэтому, а теперь приходится есть да. рыбу, а да? А теперь я просто сижу, вот так перебираю, вымываю, клею и крашу. Подождите, вас никто не учил? Нет, я не учусь ничему. Я сама, я самоучка. Самородок? Да, да, с детства. С детства. Сергей Миколаевич, у вас такие в районе люди живут, самородки? І хочу красуні. Сказати, що ми намагаємося усілякими різноманітними способами підтримувати таких людей. От нещодавно, скажімо, ми проводили різноманітні соціокультурні заходи. Вітовське слово – це конкурс читців. Він відбувався на території міста Миколаєва, Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. І в рамках конкурсної програми ми створили експозицію робіт Олени Лементар. Скажімо, сьогодні... Ми проводили інтелектуальні районні ігри «Що, де, коли». Угу. І також в рамках цих інтелектуальних ігор ми робили дві виставки. Це експозувалися картини і роботи Олени Лементар і ще одного майстра Вітовського району. Тобто намагаємося зробити все і... Використовуючи технології 21 століття, засоби масової інформації, щоб про те, що відбувається в сфері культури Вітовського району, і які, як абсолютно вірно ви зазначили, люди самодостатні є у нашому районі, ми намагаємося їх продемонструвати широкому загалу.
Елена, вот вы не совсем недавно, как сказал Сергей Николаевич, возглавили сельский клуб. Да. И вы, как полагаете, вы сможете более расширить свой талант на этом поприще, да? Ну, конечно. Много людей знают, что я мастерица таких дел, не только в картинах, но... А вы еще не только в картинах, не только с рыбьими костями расправляетесь? Соломы, вот картинка из соломы тоже. Друзья, вы посмотрите. Мое село. Это село Михаила Ларина, насколько я понимаю. Ну, мое село. Так картинка названа. Каждый в этой картине увидит свою родину. Вот картина из соломки, вот над головой наших гостей, картина из соломки, это село, я думаю, что многие жители Михаила Ларина узнают свое село, и вот посмотрите, телезрители, сколько тепла и доброты собрано в этой картине. Вроде, казалось бы, незатейливо, но какая тонкая работа. Это очень скрупулезная работа, Елена. Значит, вы должны быть очень терпеливым и скрупулезным человеком. Непонятно. Понимаете, красивая женщина, она всегда порывистая, она всегда непредсказуемая. А вы скрупулезная и терпеливая. Я не понимаю. Я люблю свою работу. Очень люблю. Я отдыхаю этим, я живу этим. А когда вы, например, начинали работу над этой картиной, «Мое село» из соломки. Вы тоже не умели соломку? Вас Нет. никто не учил? Это... Вот вообще никто не учил? Приехала ко мне в гости свекровь, просто ходили мы по рынку и продавались картины с соломой. Она говорит, давай купим. Я говорю, нет, не надо, я сама сделаю. То есть при этом никогда из соломки не делали? Нет. А нет, это нам вызов с вами. Не, Катя, ко мне никакие, я, боже упаси, я даже, я нет, к сожалению. А вот вы, Катя, а вы сможете... будете сидеть рядом и вдохновлять. И я думаю, что у нас должно что-то получиться, потому что на самом деле, когда человек имеет смелость, да, когда он знает, что он не знает и не умеет, но имеет смелость и такую положительную, что ли, уверенность в себе, то я думаю, что у очень многих получатся такие вещи, о которых они даже не подозревали. И, пользуясь случаем, дорогие телезрители, я желаю вам и нам быть смелыми в творчестве. Пробуйте все, что хотите, любые методы творческого самовыражения. И я думаю, что из 5, 10, 20, 5, 10 точно вам будут подвластны. И я думаю, что Николаевская область из-за этого выиграет. Конечно, выиграет, если живут в нашей области такие замечательные мастера. Елена, вот будьте добры, вы возглавили сельский клуб. С чего вы начнете свою работу? Или уже начали работу? Уже начали. Так. Уже 3 месяца как работаем. Так, 3 месяца уже как работаете. Да. Вот Сергей Николаевич нам рассказывал в предыдущих эфирах, как сложно работать в сельских клубах, потому что и нехватка финансов, и нехватка... тех, кто хочет профинансировать, ну, много чего. Рассказывайте. Тяжело, но я такой человек, я каждый день живу на позитиве, поэтому для меня несложно. Меня окружают хорошие люди. Я душевная, поэтому ко мне люди тянутся. Вот маленький коллективчик, есть деток, есть уже моих годов, есть взрослые у нас, Барвы Надии, наши любимые женщины. Вот, поэтому живу, наслаждаюсь и думаю, все будет хорошо. Да, вот, да, Сергій Николаевич. Я хочу, Анета, доповнити, щоб ви розуміли і наші шановні телеглядачі, що маючи розмову про Михайло Ларинський сільський клуб, це не є будівля велика по типовому проєкту. Станом на сьогодні будівлі сільського клубу немає. Взагалі немає. Взагалі немає. Ми із Вітовською районною державною адміністрацією, районною радою, сільським головою намагаємося усілякими чинами створити проєктну кошторисну документацію для того, щоб почати реконструкцію цього будинку. Там потребує велика робота. І ось унікальність людини-керівника, яка заключає в собі якості, перше, це організаторські, комунікаційні, а кульмінувати навколо себе людей, які, не дивлячись на те, що здавалося б, великого такого просторого приміщення, де можна було ставити різноманітні концертні програми, вистави, немає. Але у зв'язку з тим, що село надзвичайно дружнє, і вони займаються у приміщенні сільської ради, вони співпрацюють із бібліотекою, разом проводять спільні заходи,
І там у Михайло Ларину, співпрацюючи зі школою, згуртувався цілий когал різноманітних людей, які піднімають культуру саме в цьому селі. Саме в цьому селі підіймати треба культуру. Але я знаю, що саме в Михайло Ларіна живуть дуже культурні люди. А ви все вище, вище. Так, Олена? Да, надіємося. Будемо підійматися все вище і вище. Хочу ще зазначити, коли ми розмову провели про Олену як керівника закладу культури, що зовсім нещодавно із своїми творчими побратимами із сусіднього села Пересадівка, які знаходяться через місток, через річку, колектив сільського клубу «Барви надії», це вокальний жіночий ансамбль, відвідав місто Херсон, де представляв Миколаївську область на фестивалі. І вони конструктивно провели дозвілля, представили Миколаївщину, побачили, як робляться різноманітні фестивалі не тільки на теренах Миколаєва, яких вони відвідують, а і за територію міста Миколаєва і Миколаївської області. Набралися якогось досвіду, показали себе, побачили інших. Тобто робота йде. Робота із сільського клубу, в першу чергу, із чого вона состоїть? От робота директора. З організації. Я думаю, если организовывать, если чего-то добиваться в жизни, я думаю, все у меня будет. И, конечно же, окружение хороших людей. То есть вы по жизни организатор? Да, да. Я с детских лет организатор, потом как-то это все присело, пока была замужем. Сейчас начинаю опять вот это все. Это мое, я живу этим. И когда мы видим, что человек тянется к чему-то новому, когда человек старается свою работу сделать интересной не только для себя, но и для окружающих, вот на Ленином примере, могу сказать, что, знаете, и у нас, как у людей, призванных помогать людям в этом деле, появляются возможности, ресурсы, деньги, связи для того, чтобы помочь человеку. Не то чтобы помочь, а как бы вот, ну, оказать уважение, ну, почему? Помощь, и помочь, оказать точно. Уважение, да, конечно. Уважение его работе. И недавно мы сотрудничали с филармонией областной и организовали концертное выступление в Михайло Ларина. Пришли жители села. Это было очень интересное мероприятие, потому что нам, как жителям городской местности, филармония уже близка, мы уже знакомы со всеми ее работниками, а для людей, которые проживают в сельской местности, для них это очень большое событие, и это вот буквально, это все равно, чтобы к нам там Скорпионс приехал, да, и мы бы смотрели с чарующими глазами на этих исполнителей, так и филармония получила дозу хороших эмоций в Михайла Ларина, и филармония со своей стороны доставила грандиозное удовольствие всем жителям Михайла Ларина. Ну и Михайло Ларинцы тоже ответили взаимностью. Они подарили большой каравай, который сами испекли. Они наградили всех музыкантов цветами и очень бурными аплодисментами. И даже дождь, который начался во время выступления, не смог остановить. Но это еще не все. Когда начался дождь, вся аппаратура была перенесена в помещение библиотеки. Когда мы пришли в библиотеку и начался концерт, оказалось, что отключили свет, и аппаратура работать не может. Ну, и тут филармония, ну, показала все свое мастерство. Вокалисты работали акапельно, танцоры танцевали под аплодисменты зрителей. Зрители просто в восторге были, они такого еще не видели, и я думаю, что память об этом событии у них останется надолго. Ну, это о чем говорит? О том, что, в принципе, настоящие мастера, они все неожиданности их могут только еще сподвигнуть, да. На более преодоление более вершин. Хочу ще не зазначити, що саме комунікація, да, є надзвичайно рушійною силою, щоб творити різноманітні справи. І ось Олена разом із сільським головою Віталією Миколаївною, співпрацюючи з різноманітними спонсорами-меценатами, знаходять можливість покращити становище колективів окремих виконавців. От нещодавно за підтримки народного депутата України Олександра Олександровича Жолобецького вокальному ансамблю «Барви надії» було пошито абсолютно
абсолютно нові українські сценічні костюми, в яких вони матимуть змогу і вже виступають і дарують своє мистецтво не тільки мешканцям села Михайло Ларино, виїжджають вже і за територію Миколаївської області і представляють наш край. Ну, костюмы, даст Бог, мы еще увидим, когда вы привезете. Я ни минуты не сомневаюсь, Сергей Николаевич, что вы... Еще хочу додати, костюмы перше и друге на сесії Вітовської районної ради головою райдержадміністрації Олександром Миколаївичем Демчуком, головою районної ради Ігорем Семеновичем Матвієм були виділені кошти у сумі 24 тисячі 600 гривень на покупку нового комплекту мобільної апаратури для Михайла Ларинського сільського клубу. І зараз сільський голова займається цим питанням, у магазині «Музичний світ» придбається ця апаратура, і вже буде готова апаратура у цьому клубі мобільного характеру, який можуть і на відкритих майданчиках виставляти, і у приміщенні сільської ради, і у приміщенні бібліотеки. Тобто Вітовський район намагається усіляко підтримувати людей, які... Самі прагнуть досягти якихось висот. Да, друзі мої, ну а поки ми з вами говоримо, це все, звісно, замечательно. І всім спасибо, хто допомагає, ну, взагалі, хто допомагає. Взагалі, всім спасибо всім добрим людям. Слава Богу, що ви є, друзі мої. А я все-таки хочу, щоб ще раз ви посмотрели на ці замечательні картини, які і за моєю спиною, і за спиною наших гостей, тому що вони дійсно стоять того, щоб на них полюбуватися. Єлена, от зараз швидко коментуйте, що це вот, роза, цветок, или это морская пальма? Цветочная композиция. Угу. Не скажу, какой цветок. Ну, это она растет на дне морском, и да, ее нужно да, раздобыть. Да, да. Эту. Еще одна, кстати, есть картинка тоже в морском стиле. А вот еще за моей спиной, друзья мои, сидят две совы такие, муж и жена или отец и сын? Кто? Отец и сын. Друзья мои, вот как-то так я бы хотела, чтобы их показали крупнее. Отец и сын, да? Все-таки не муж и жена, а отец и сын. Ну, да. Там маленький ребенок. Маленький ребенок. Может, даже я изобразила своего мужа и сына. Ну вот видите, такая, посмотрите, друзья мои, это практически автор-портрет семьи нашей героини Елены Лементар. Сидит большой сова, мудрый, и маленький совенок. То есть ваш муж, он мудрый, мудрый, сов, мудрый да, человек. Да, мудрый и раз, творческий, да. Раз вы его изобразили в виде совы. И, конечно, очень трудно поверить, что все... Вот, смотрите, видно близко, какие у него большие, добрые глаза. Ну, Анита, с творчою людиною может спілкуватися лише мудра людина. Угу. То есть, Сергей Николаевич, вы мудрый человек, вы, Екатерина, мудрый человек. Мы через одну. И вы, Елена, тоже мудрые люди. Не, ну мудрые люди. Потому что творчая людина – это харизматичная людина. Это людина настроя, это людина, яка захоплюється різноманітними напрямами своєї діяльності. Це людина, яка має багатий внутрішній світ. І потрібно, щоб за нею стояла людина, яка буде робити комфортним прояви цієї творчості. Ну, звісно, тому що якщо мастер сам по собі, то тоді йому складно творити. Навіть, ну, хтось ж должен і рибу принести, або ви самі, іноді і самі ловите? Носять сусіди, муж ловить. А не завалили дом рибою? Ні, ну, кості є. На наступну картину, звісно. Уже є, да. Да? Так що, телезрителі, не спішите. Якщо що, у Єлени поки кості є. Ну, в принципі, якщо є лишні кості, вот, пожалуйста, Елена Лементар, которая с удовольствием у вас эти кости примет. Да, Лена? Вы можете, конечно, принимаете любые кости. Назад. Слушайте, а если не рыбьи, а может еще какие-то? Просто спрашивают иногда, ты только с рыбьих костей, да, делаешь вот картины? Я говорю, надо попробовать. Мне даже трудно, включая свою фантазию, даже трудно представить. Катя, ну у нас же тут творческие люди. Я хотела бы Лене задать вопрос, это экспромт. Задавайте, Екатерина. Вот какой материал вы бы выбрали? Не рыбьи кости, вот вообще какой другой материал, новый материал вы бы выбрали для своих новых творческих работ? Из чего вот навскидку можно сделать картины из такого материала, который в принципе не используют для творчества? В принципе, в направлениях я занималась, вышиваю по дереву. Еще и по дереву жьете. А зараз ви готуєте колекцію костюмів, да, розкажіть. Авангардні костюми от я делаю сейчас, мусорные пакеты, пенопласт, пластмассовые стаканчики. На даний момент.
там созревает потом фантазия, может что-то дизайнер. Еще. Друзья, у нас остается всего минута в эфире, и поэтому я думаю, что каждый может из вас, дорогие гости, может пожелать нашим телезрителям и сказать то, что вот в душе и для телезрителям глаза в глаза. Елена, вот пожалуйста. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, и я думаю, все у вас получится. И хорошо, когда окружают очень хорошие, добрые и душевные люди. Спасибо. Вот так вот, друзья мои. Даже в руках Елены «Елементар» и «Рибьи кости» становятся картинами. Сергій Миколаївич. Шановні працівники сфери культури Вітовського району, ви є майстрами своєї справи. І нам надзвичайно почесно працювати з такими людьми, як ви. Ви на самі найкращі. Дякую вам за вашу працю. Екатерина, будьте добрыми. И я повторюсь, дорогие зрители, я хочу сказать, будьте смелыми, смелость города берет. И, как сказал Эрнест Хемингуэй, корабли строят не для того, чтобы они стояли на пристани, а для того, чтобы они плавали в житейском море. Еще раз, смелости, смелости и добра, мира и любви. Да, потому что только смелым покоряются моря, господа. Ну что ж, у нас сегодня были такие замечательные мастера своего дела, друзья мои. Я думаю, что и вы зарядились их позитивом. Мне бы этого очень хотелось. Це була розмова на тему. На все добре.